Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. Это канал о погоде в Сочи. Я каждый день я хожу на море, снимаю его для вас. Обязательно подпишитесь, а также на мой инстаграм, все ссылочки в описании. А сегодня у нас, между прочим, 19 сентября. Отличная погода. Водичка, конечно, не самая прозрачная, но люди купаются, загорают. Температура воздуха где-то 24-26 градусов тепла. С моря дует небольшой ветерок. От этого оно волнуется. Смотрите, как классно оно разбивается об буны. Такая погода сегодня. Я нахожусь на территории пляжа пансионата «Металлург». Достаточно узкая. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, смотрите «Черное море» каждый день, а также оставляйте лайки, комментарии и задавайте любые вопросы по городу Сочи. Всем пока!